И в продолжении темы общественного транспорта. Совсем скоро троллейбусное сообщение свяжет Древлянку 8 с центром и Первомайским проспектом. Об этом на своей странице в соцсетях рассказала глава Петрозаводска Инна Колыхматова. В ноябре прошлого года работы на Лососинском шоссе завершились. Часть магистрали преобразилась, стала четырехполосной. Тогда же подрядчик обустроил на участке и новую контактную сеть. После согласования с техническим надзором сегодня приступили к ее тестированию. Так далеко троллейбус в тех краях еще не заезжал. Планируется, что до чистой улицы будет курсировать 8-й маршрут. Сейчас проверяют сеть, регулируют работу светофоров. Как пообещала Инна Колыхматова, троллейбусы до чистой улицы обязательно запустят этим летом.